Да. Ну вот, значит, дорогие зрители, у нас второй день пребывания в Париже. Если первый как-то мы в каких-то, видимо, кварталах были, что-то совсем было как-то тоскливо, то сегодня мы, значит, на обзорной экскурсии побыли, проехали по всему Парижу, стоя с этой стороны Сены, посмотрели достаточно такой большой город, много чего интересного. Сейчас находимся у Эйфелевой башни. Вот. И думаю, что эти 5 дней, которые мы еще проведем здесь, мы будет чем заняться. И мы вам покажем это.